Учительница придирается, одноклассники издеваются. На носу ЕГЭ, а маме не нравится вуз, о котором я мечтаю. Что делать и кто даст совет? Ученикам средней общеобразовательной школы номер 25 города Крымска рассказали о детском телефоне доверия. Очень важно, чтобы каждый ребенок, родитель знал, что существует такой телефон. Анонимный, бесплатный, доступный в любой точке страны. И в случае ссоры, несданного экзамена, неразделенной любви, конфликта родителей с ребенком, можно позвонить и поговорить с психологом и найти решение трудной для тебя ситуации. Помощь ребенку – это помощь семье. На внеклассном занятии ребятам рассказали о работе и предназначении детского телефона доверия, о ситуациях, в которых можно и нужно обращаться за помощью. С кем-то поругались, кто-то вас обозвал в школе, некому высказаться, и вот тогда на помощь может прийти этот телефон. Во время активной плодотворной работы друг с другом ребята узнали и запомнили, что детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей открыт круглосуточно, бесплатно и анонимно. Любой позвонивший может рассчитывать на поддержку. Его услышат, поймут и постараются помочь советом. В школе наши преподаватели нам рассказывали о телефоне доверия, на который может позвонить каждый ребенок, который нуждается в помощи. Телефон этот нужен, да, потому что дети, они не могут сами решить свои проблемы, поэтому им нужна помощь. Телефон доверия зачастую единственная возможность для ребенка и подростка получить помощь. Это поможет уберечь детей от необдуманных поступков. Именно с этой целью проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню детского телефона доверия. Позвонить на единый номер 8 800 2122 можно из любой точки Российской Федерации и с любого телефона, городского или мобильного.